Стопроцентный результат. 4 проекта по благоустройству Малиновского были направлены на первый окружной конкурс инициативных проектов, по итогам которого все они вошли в число победителей. На реализацию своих идей городское поселение получит субсидию из окружного бюджета более 1,5 миллиона рублей. Столь успешное участие Малиновского в региональном конкурсе инициативных проектов стало настоящей неожиданностью и для жителей, и для главы поселения. Даже, наверное, сказать слово радости – это мало что сказать, это просто ликование. Я очень рада за наш поселок в том, что мы смогли с вами реализовать. Мы планировали это с вами на малое. Мы хотели просто заявиться, показать нашу проблематику. Нас, спасибо, услышали. И благодаря региональному конкурсу наше поселение получит 1 585 000 дополнительных средств на реализацию вот этих проектов. Дом культуры «Орфей» поселка Малиновский был сдан в эксплуатацию в 2014 году. И уже тогда световое и акустическое оборудование, установленное в нем, не вполне соответствовало запросам как артистов, так и зрителей. На сегодняшний же день его без преувеличения можно назвать устаревшим. Потому идея инициировать проект по замене этого оборудования на современное, можно сказать, лежала на поверхности. Ведь наша задача какова? Чтобы и люди творческие, и участники художественной самодеятельности с полной самоотдачей выкладывались для нашего любимого зрителя. И зритель уходил из зрительного зала довольным, удовлетворенным, счастливым, одухотворенным. Так вот, устаревшее оборудование световое и звуковое не давало этой возможности. На реконструкцию зрительного зала культурно-спортивного комплекса «Орион» поселение получит субсидию из окружного бюджета в размере более 640 тысяч рублей. Еще 411 с небольшим тысяч будет направлено на обустройство пешеходной зоны по улице Спортивная. Этот инициативный проект также был предложен самими жителями Малиновского, взволнованными не только удобством, но и безопасностью пешеходов. Проживая в городском поселении Малиновский, по улице Спортивной, я ежедневно наблюдаю за тем, что люди ходят по проезжей части. И, изъявив такую инициативу со своей инициативной группой, мы обратились в администрацию городского поселения с проектом по благоустройству пешеходной зоны. Именно по улице Спортивной многие жители Малиновского, в том числе и дети, добираются до бассейна, школы, культурно-спортивного комплекса «Орион». Поэтому необходимость оборудования здесь нормальной пешеходной зоны назрела давно. Не менее актуальным многие малиновцы считают задачу обустройства кладбища. Отсутствие простейшей инфраструктуры на его территории сразу бросается в глаза. Привлекали к этому голосованию и родственников, и друзей, и на работе всех, чтобы как бы была у нас группа поддержки. Ну, в общем-то, мы старались не зря. Еще одним инициативным проектом жителей Малиновского, победителем первого регионального конкурса, стало устройство уличного освещения по улице Строителей. Опираясь на успешный опыт участия в конкурсе, жители и администрация Малиновского уже задумываются о проектах, которые представят на суд жюри на следующий год. Максим Красный, Юрий Петров, телеканал «Первый Советский».